И еще раз, добрый день, дорогие зрители! Объявляем составы играющих команд. Витязь Подольск. Красные футболки, черные шорты. Номер первый. Зайцев Андрей. Номер второй. Лисенков Айдар. Номер третий. Номер шестой. Егорнев Александр. Номер десятый. Анисимов Денис. Номер четырнадцатый. Баев Алексей. Номер пятнадцатый. Новиков Антон. Номер семнадцатый. Кулешов Михаил. Номер 18. Юрьев Александр. Номер 20. Подымов Александр. Номер 22. Сопин Максим. Главный тренер. Андрей Витальевич Романов. Футбольный клуб «Калуга», белая форма. Номер 22. Алексей Чернов. Номер 14. Юрий Дубровин. Номер 88. Дмитрий Лавринский. Номер 7. Александр Крючков. Номер 18. Владимир Кисенков. Номер 13. Дмитрий Баранов. Номер 20. Иван Родин. Номер 77. Иван Шпагов. Номер 99. Арсен Аганесян. Номер 8. Артем Махота. Номер 10. Сергей Анохин. Главный тренер Виталий Анатольевич Сафронов. Представляю вам судейскую коллегию. Главный судья матча Илья Борисович Парфентьев. Помощники судьи Максим Руденко и Сергей Ядров. Инспектор Владимир Владимирович Мосягин. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алекс Луцкий. Сегодня я заменяю нашего постоянного комментатора Александра Олейникова, который, к сожалению, заболел прямо перед этим матчем. Александр, я знаю, ты нас смотришь, поэтому я тебе передаю горячий привет. И всем, всем клубам желаем тебе поскорее выздороветь. Итак, дорогие друзья, сегодня футбольный клуб «Калуга» принимает на своем поле Подольский «Витязь». У этих команд очень давняя, интересная история противостояний. В частности, стоит отметить, что именно против Подольского «Витязя» наш футбольный клуб «Калуга» провел свою первую в истории игру. Было это в Подольске в 2010 году. И тогда наша команда уступила счетом 2-0. Тогда, напомню, ворота Максима Блинова, который сегодня в запасе, а тогда стоял в стартовом составе, назначил главный судья 2 пенальти. И так, как вы видите, погода сегодня не очень футбольная, но тем не менее зрители на стадионе они на самом деле есть. И они уже горячо поддерживают нашу команду. В том числе приехали друзья из Подольска, которые тоже сегодня активно начинают поддерживать «Витязь». Между болельщиками «Калуги» и «Подольска» очень теплые отношения. Есть даже такая кричалка, которую, возможно, многие из вас слышали в будущем стадионах. «Орел», «Калуга» и «Подольск». Сегодня, думаю, не раз мы ее сегодня услышим. Так, давайте поговорим о том, в какой форме наши команды подошли к сегодняшнему матчу. В прошлом туре футбольный клуб «Калуга» очень-очень неприятно вступил в Чертаново, местной команде, со счетом 4-0. Было, на самом деле, неожиданно, все в «Калуге» ожидали победы, но так получилось, что не удалось нам победить. Вот. А в том, что касается «Витязя», то в прошлом туре он тоже уступил. Играл он дома против московского «Торпеда». Тем не менее, сейчас «Витязь» у нас занимает третье место и в случае победы, кстати, может подняться на первое. А «Калуга» сейчас занимает седьмое место. Но в случае победы сегодня калужане могут достичь разве что пятого места. Тем не менее, мы здесь в «Калуге» верим в победу, верим в то, что все будет хорошо. И, в принципе, сегодня, думаю, у нас есть надежда на то, чтобы победить. Потому что состав у нас боевой. Были вопросы по тому, сможет ли появиться Владимир Кисенков, потому что в прошлый матч он получил повреждение. Но Владимир, наш прославленный ветеран, сегодня на поле. И, в принципе, состав достаточно сильный. Надеемся на хороший результат. Поехали!
прошла интересная атака Калуги, но в офсайде был Сергей Анохин. Кстати, можно сказать пару слов о Сергее Анохине. Сергей Анохин в свое время играл за подольский «Витязь». И очень много таких пересечений мы с вами сегодня на футбольном поле найдем. Несколько игроков в свое время играли и за «Витязь», и за «Калугу». Есть такие игроки и в «Калуге», и в «Витязе». Вот один из них наш прославленный ветеран Сергей Анохин, который, кстати, выходил в том памятном первом до «Калуги» матче, но в составе как раз-таки подольского «Витязя». Играл тогда против футбольного клуба «Калуга». А сегодня он здесь с нами на «Стрее атаки» и готов. Готов забивать голы в ворота своей бывшей команды. Так, мяч у Кисенкова. Кисенков в порядке. Очень сложно сегодня условия, я уже говорил, да. Почему сложно? Потому что все-таки снегопад у нас не заканчивается. Поле совсем недавно очистили от снега. Но, как видите, снег падает, и снег еще остался на поле. Поэтому скользить сегодня будут футболисты. Наверное, увидим пару зрелищных подкатов на очень далекую дистанцию. Вот. Ну, в том числе очень-очень много физической борьбы. Мяч тем временем Баранов отправил в аут. И в бал будут бросать игроки Подольска. Новиков с Иваном Шпаковым сейчас хлестнулись, но мяч опять улетел в аут. И снова Новиков будет бросать. Новиков. Свечка. Махов сыграть. Нет, сыграл Баранов, но мяч опять ускользнул. Однако есть возможность для атаки. Артем Охота. Нет. Мяч снова улетел в аут. Очков выбрасывает. Шпаков. Шпаков, кстати, тоже, в принципе, его можно назвать звездой нашего калужского футбола. Один из немногих людей, которые в сегодняшнем матче играл в Еврокубках. Иван Шпаков выступал за Венспилс. Играл в отборочном турнире Лиги Чемпионов, а также играл в Лиге Европы. И недавно с ним общались, вспоминал эти мгновения, вспоминал, что играл в одном матче с небезызвестным Коутиньо. Тогда после матча подошел к нему и сказал, что еще пару дней назад я тобой в PlayStation играл, а вот сегодня мы с тобой на поле. Но сегодня Шпаков на поле не с Коутиньо. Офсайд Сергея Анохина, как было потенциально интересно. Но мяч попал в сетку. Не получится ли Сергей вот желтую карточку? Нет, судья лишь предупредил, просил Сергея больше так не делать. Слышим у фанатов, очень приятно, что все-таки пришли они в такой ненастный день поддержать свою команду. Зайцев выбирает цель для подачи. Мяч летит. Мяч летит к Баранову. От Баранова мяч летит вот. Снова мяч у Баранова. Новиков. Дальше Лисенков. Фол. Нет, был фол. Но это было не опасно. Чернов забирает мяч. Вот посмотрите. Не уверен, сыграл Алексей. Все-таки дает себе знать тяжелая погода. Отряхивает он сейчас мяч. Мяч скользкий. Это может несколько сюрпризов сегодня принести в нашу игру. Алексей выбивает мяч. Поборется там Арсен Оганесян. Снова мяч в аут. Очень много мяч уходит в аут в последнее время, но оно и понятно. Поле сегодня очень сложное. Иван Шпаков. Родин. Никто не откликнулся, мог Сергей Анохин, в принципе, выйти на этот мяч. Но уходит. Да, от ворот выбивается. Так, кто же в этом 15-м туре, в принципе, будет играть? Сегодня будут играть только Калуга и Витязь, а вот завтра у нас, в принципе, сыграют все остальные команды из группы «Центр». «Металлург» на своем поле встретит «Курский авангард», «Сатурн» сыграет с «Брянским Динамо», «Энергомаш» примет на своем поле «Арсенал» из Тулы, «Пензенский Зенит» сыграет с недавними обидчиками Калуги Чертанова, а обидчики «Витязь» от «Торпеда» на своем поле сыграют в «Бонковом Рязань». Тем временем подача, нет, мяч опять входит в центр поля, борьба в воздухе. Нет, не было это потенциально опасно, как и видите. Мяч контролирует калужане. Алексей Чернов. Да, тяжелый мяч идет. Очень тяжело. Артем Охота. Иван Родин. Родин. Сохранил мяч. Офсайд, конечно же, был у Артема Охота. Обидно. А с этим всегда обидно.
Особенно, когда твоя любимая команда попадает под самый офсайд. А вот сейчас мы слышим нашу самую кричалку, ту самую кричалку, о которой я говорил, уже Орел Калуги Подольск заряжает друзья, фанаты Подольской Калуги. Что ж, надеюсь, и весь матч пройдет в таком же дружеском ключе. Не будет желтых карточек, красных карточек. Что, в принципе, подводит нас к разговору о судействе. А судьи кто? Что ж, главный судья у нас, как вы уже, наверное, слышали, это Леонид Парфентьев. В принципе, интерес достаточно рефери. У него есть опыт судейства в премьер-лиге. Как в премьер-лиге? Есть опыт судейства команд премьер-лиги, точнее, молодежных команд, молодежного первенства. Играли в свое время, в 2013 году, молодежных команд «Динамо» и «Крыльев Совет». Тогда «Динамо» выиграл 5-0. И тогда Парфентьев показал аж целых 6 желтых карточек, одну красную показал карточку. И поставил один пенальти в том матче. Надеюсь, сегодня обойдется без таких. Из таких атрибутов. Кроме того, Парфентьеву можно сказать, что он выпускник Санкт-Петербургского технического университета. И, знаете, нашел я специальность нашей сегодняшней главной судьи. Он инженер-энергетик. Что ж, даже не знаю, что сказать, как это может повлиять на сегодняшний матч. Думаю, никак. Так, тем временем, атака Подольска. Видимо, чуть не поскользнулся Михаил Лавринский, но отдал мяч на Махоту. Махота на Шпакова и мяч снова Махоты. Нет, ушел мяч. Также, в принципе, можно сказать несколько интересных слов о Владимире Владимировиче Мосягине, инспекторе сегодняшнего матча. Был он с 2007-2009 год генеральным директором Липецкого «Металлурга». Также работал судьей, но работал судьей до этого. Работал в Ташкенте до 94-го года, потом в Липецке с 95-го. В качестве главного судьи провел 39 матчей, в качестве лайнсмена 76. Так, мяч у Калуги. Сергей Анохин. Рядом с ним Арсен Оганесян. Есть возможности в центре. Но он ударил. В принципе, можно и нужно бить, потому что мяч действительно мокрый, скользкий. Ветери могут совершить ошибку сегодня. Но в этот раз Зайцев сыграл надежно. Дела не было. Высокая свечка. Баранов. Но Оганесяна не прошел этот пас. Кулешов будет выбрасывать мяч. Уже все-таки функционал, это был Баев, на нем свалил в рукологе. Будет прибраться штрафной. Тяжело увидеть мяч. Белый мяч, он снизу сейчас лежит. Розыгрыш. Четвертый номер у нас Кратков. Да, мяч Насыпина. Сыпин офсайде был. Разыграли быстро. Махота. Впереди Махота. Здесь нет. Крючков. Крючков. Вот. План Шпаков. Очень много сегодня игра на Шпакова. Мяч Подольская. Будет подача? Нет. Заигрывают. Припасовка у нас его. 10 номер. Анисимов. Есть в Калуге свой Анисимов, защитник. Сергей Анисимов, к сожалению, травмировал самый матч с Орлом в самом первом туре. Сергей, если нас смотришь, мы тоже тебе передаем и желаем скорейшего выздоровления. Мы тебе скучаем. Ждем тебя на поле. Временем мяч снова у Калуги. Дмитрий Баранов. Снова Иван Шпаков. Пока что ты Иван Шпаков? Нет. Махота? Нет. Это поднял мяч. Много игры в центре поля. Ходит Махота. 14-я минута у нас идет. В принципе, игра равная. Равная атакуют больше. Атакуют и та, и другая команда. В принципе, наверное, больше атакует Калуга. Но процент не слишком велик. Коротков чего-то ждет. Отдача. Мяч снова у Калуги. Александр Кличков. Убирает цель, подает. Здесь он Родин, по-моему, был. Арсен Оганесян. Шпакова нет, не получилось. Шпаков поборолся. Это мяч все-таки у Подольска.
разыгрывать 17 номер Кулешов. Ой, очень-очень-очень неуверенно играет Алексей Чернов, но оно и понятно. Я уже говорил, очень сложные условия. Номер справился с этим ударом. Разумеется, футболисты будут сегодня очень бить из далеких дистанций. Проверять на прочность вратарей. Неудачу сыграл Владимир Песенков. Опа! И что, пенальти, нет? Да. Указывает на точку судья. Как же так было, Владимир свалил. Будет прыгать пенальти. Эти болельщики на стадионе. Идет мячок по дыму. Будет ли он бить? Судя по всему, да. Что ж, Алексей Чернов, в принципе, обвел пенальти, умеет это делать. Будем надеяться, что и в этот раз получится. Так, подумав против Чернова. Молчим, смотрим. Гол. Забивает Подольский Витязь, открывает счет. 0-1. Гол забил Александр Подымов. 20 номер. Витязь Подольск. Подублировал эту информацию для зрителей на стадионе. Да, Александр Подымов открыл счет в этом матче 1-0. Точнее, 0-1 ведет Витязь. Взгляд положения. Это Лавринский. Владимир Кисенков. Арсен Оганесян. Обыгрывает. Хорошая рационная техника, но очень сложно показывать классно на таком тяжелом поле. Бровин, Крючков, Охота. В офсайде судящий, что был Сергей Анухин, но зрители очень недовольны, не согласны, как Сергей. Подольск. Шпак поборолся, нет. Дубровин. Дубровин забивает мяч. Верно играет капитан. Нет. Так, Шпаков. Нет. Не получилось с парень. В Подольске тут шестой номер. Гурник. Шпаков. Баранов. Центр здесь Лавринский. Снова на Баранова. Охотно. Не видя открытием охоты. Так. Подача. Может здесь побороться, но нет. Мяч Подольска. Контратака. И хвалит она Шпаков. Мелкий фол снял атаку. Так, мы, в принципе, с вами вспоминали сегодня Владимира Кисенкова, Ивана Шпакова, звезд Калуги, из нашего футбольного клуба. Владимир Кисенков, если вдруг кто не знает, в свое время очень много игр провел за Нальчики «Спартак», за Ростов, за Томь. Так отмылся «Динамо», правда, сыграл он там совсем немного, травм получил, к сожалению. Но вот сегодня он вышел. Там стоит Калуги, уже играет в нашем клубе с сентября. И даже забил гол. В этом году красивый гол. Так. Очень-очень беспечно сыграл Дмитрий Лавринский, конечно. Мяч ходит на головой. Кроме того, в принципе, из известных игроков в нашей команде есть, разумеется, Арсен Оганесян. Тоже с опытом игры в премьер-лиге играл за Урал. Когда переезжал из Калуги. Урал был это большая новость. Вот резонанс. Тем временем подают подальчане. Видимо, нарушение было в атаке. Значит, здесь Калужан. Да, играл Арсен Оганесян в Урале. Потом играл в царском Соколе. В первом дивизионе, а потом вернулся в родные пенаты. Стадион Анюты. В Калугу. Берегай!
самым титулованным, наверное, человеком, не игроком, а, в принципе, человеком, который работает в нашем клубе, он Калуга, наверное, все-таки является главным тренером, это Анатолий Сафронов, который в 95-м году в составе Московской «Динамо» выиграл Кубок России, забил в серии пенальти, победный гол принес московской команде. Вот памятный кубок. Тем временем снова мяч Кулужан. В принципе, контролируют они игру. А Нокин. Что ж, судей виднее. Судей виднее, конечно. Но я не то чтобы согласен. Как и зритель. В принципе, достаточно медленно называется у нас игра. Для такой погоды, наверное, футболистам быстрее побег, чтобы разогреться. Но видимо, подогрев пока не позволяет это мяч. Судью вел Артем Охота, не успел на этот мяч. Рукой сыграл 18 номер Подольская. Добрый будет выбирать мяч. Такая вот наша игра. Торопливая, медленная. Можно было назвать весенним футболом, но у нас осень, с тем еще зимой. Мяч на уловить. Так выжал по счету, смотрит со счета. Мяч Родина. Ганесян. Ганесян обыгрывает. Есть возможность для подачи. Нет, мяч Подольчан. Но Ганесян борется, борется. Отбивается игроки Подольска. Известных игроков по-моему стоит Подольска. Мяч снова у Витязя. Опасная атака? Нет. Мяч Чернова. Зайца Витязя и интересных персоналей в Подольском клубе. И сам вратарь сегодняшних Зайцев, который в свое время был игроком питерского «Зенита», также сборной России, молодежной сборной России, 19 лет. Кроме того, и «Зенита» в запасе, сегодня в запасе Подольского Витязя есть. Шеменава, тоже известный игрок, в принципе, сыграл несколько матчей в премьер-лиге. У нас, кстати, тоже в составе Калуги есть игрок из «Зенита». Играл в молодежном первенстве, в молодежной команде питерского «Зенита» Александр Петров. Сегодня в запасе. Кал будет выбрасывать, точнее, Александр Крючков, который также играл в премьер-лиге. Он за Тульский «Арсенал». Участвовал в том памятном матче против ЦСКА, когда протест против того, что Туле не разрешили играть в своем стадионе против ЦСКА. Оленчев выпустил дублирующий состав. И тогда Александр Крючков сыграл против ЦСКА, вспоминал об этом матче. Вот, конечно, волновался, но жертва победа была сильнее. А тем временем готовится замена в составе Витязя. Нет, извините, он травмирован 10-й игрок, 10-й номер подольского Витязя. Денис Анисимов вернулся на поле. Пропустил почему-то момент, когда травмировался вниз. Но надеюсь, все в порядке. Надеюсь, все в порядке, но если не будет. Смотрим, как было дальше. Значит, на Калуге фаула сброса не было. Баранов. Открывается Анохин. Ну-ка! Нет, не попадает в поворот, а жаль. Хороший был момент. Вот, в принципе, наверное, самый опасный бокал для Калуги. За эти 24
24-25 минут первого тайма. Надеемся, их будет больше. Зайцев убивает снова мяч. Борьба. Считается, где, что Родис нарушение правил. Сыграл, видимо, так и есть. Витязь выбивает мяч в штрафную. Получил, кажется, повреждение Александр Крючков. Он крикнул, пусть по голове. Очень-очень неаккуратно сейчас играл игрок Витязя. Кто это отсюда, я, к сожалению, не вижу. Кажется, 15 номер, Антон Новиков. Но с Александром все в порядке, его не так-то просто сломить. Жив-здоров, продолжает игрок. Чернов убивает. Снова мяч в борьбу. Вот и Крючков. Лавлинский заберет этот мяч. Да, конечно. Бывает его в аут. Быстро. Нет, быстро не заграет весь мяч. Неспешно Кулешов подбегает. Забирает мяч. Ксенкова. Анохина. Нет, мяч попадает Анохина. Родин. Родин стоил, наверное, чуть-чуть посильнее сыграть. Атака Витязя. Снова Кулешов. Мяч уходит в аут. Нет, не уходит. Мяч в Калуге. Лавлинский. На Чернова. Алексей Вернер играет спокойно. На Дубровина. Обыгрывают, смотрите. Довольно тяжелые условия. И есть место техники. Сегодняшний матч. Дубровин. Лавлинского. Лавлинский. Лавлинский на Варанова. Варанов на Дубровина. Сенков. Как играть вперед Шпаков. Перехватывает Калуга мяч все-таки. Заряжают фанаты. Думаю, игроки их слышат. Должны им придать это сил. Так, подача. Нет, Крючков на месте. Крючков везде сегодня. Получил он, конечно, неприятный удар по голове, но боевого духа Александра не занимать, так что продолжает отбороться и мяч. Именно он выбивает на головой. Мяч Анохин как раз летит. Анохин. Что происходит сегодня? Рука. Желтую карточку показывает судья. Желтую карточку судья показывает 17 номеру Михаилу Кулешову. Желтую карточку получил Михаил Кулешов, номер 17. Мяч в игре. Арсен Оганесян. Мяч в ауте. Что такое? Считает судья, что мяч в ауте от Калуги. Ладно, Кулешов.
будет выбрасывать. Барбаюри Дубровин. Тоже, в принципе, калужская знаменитость. Был он в свое время в Воронежском факеле, который сегодня находится в первом дивизионе и уверенно идет в премьер-лигу. А в свое время в нем играл наш Юрий Дубровин и был там капитаном. Капитаном стал он в Калуге, причем уже через полгода после того, как попал в нашу команду. Как говорят, лидерских качеств ему не занимать. Лидерских качеств, какой-то жесткости, уверенности. Поэтому игроки выбрали капитана. Вернем подачу от Александра Крючкова. Анохин. Шпаков. Нет. Попал игрока. Нет в игре. Нет в фолте. Крючков. Быстро. Быстрый ворот шаута. Нет, не получился. Артем Охота. Снова Крючков. И снова ворот. И снова Крючков выброс мяч. На этот раз он будет разыгрываться со Шпаковым. Думаю, получится удачнее. Шпаков сохраняет мяч. Крючков. Есть открытое место. Нет, не стал подавать. Мяч Баранова. Дмитрий Баранов обыгрывает. А вот, собственно, длиннющий подпят 15-го номера Новикова. Да, сегодня располагает поле к таким вот пируэтам. Мяч с Махотой. Махота заводил с мячом. Нет, мяч не в ауте. Калуги, Калуги. Дубровин. Шпаков. Шпаков не ожидал такой передачи. Так, был тут фол, не было фола. Продолжаем играть. Шпаков. Убивает мяч. Сыграл мяч. Не было фола. Игорь. Из аута или штрафной будет когда? Штрафной. Значит, все-таки судья решил, что будет фол. Ну что ж, судьи виднее. Вон там близко. Разыгрывают на Зайцева. Убегает на него Анохин. Ну что, почему бы не преследовать? Зайцев, конечно, извините, играл. Но играл в молодежке. Вратарь молодой. Может и жениться. Тем временем мяч на половине поля Калуги. Махота. Паганисян. Нет. Паганисян. Нет, мяч снова. Игроков Подольской Витязи. На фланг. Снова будет подача. Нет. Пытается зайти в штрафную. Игрок Витязи. Класс подать. Снова подача. Свечка. Чернов должен сыграть. Сыграл Чернов неуверенно. Выбить мяч. Анохин. Нет, это был, извините, Баранов. Баранов сохранил мяч. Даже свалили на нем. Играет Калуга. Родин. Шпаков. Ох, на фланге увидел. Бил Крючков. Крючков врывается. Мягкий пас. Нужно гол забивать. Ай-яй-яй-яй. Зайцев первый. Обидно, обидно. Но второй опасный момент. Калуга, в принципе, владеет инициативой, конечно. Если бы не в пенальти. Это была, наверное, игра нулевая, но что случилось, то случилось. В Калуге есть шансы забить. Есть шансы даже забить и не раз. Будем верить в это. Аганисян. Анохин. Родился снова на Аганисяна. Техничный парень. Подает. На Баранова. Баранов ударил. Далеко улетел мяч. На угловой был. Поют фанаты, кричат фанаты. Им не холодно. Их согревает футбол. Как игроков. Арсенал Венесян будет подавать. Шпаков показывает, что готов для розыгрыша. Арсен будет подавать. Подача. Сыграть можно. Анохин. Нет, Зайцев. Убивает мяч. Может быть опасно. Ой, завалился. Сенков, что такое? Спарил игрок. Был игрок, видите? Ладно, опять-таки. Судей виднее. На тут из снегопада. Может быть немножко не видно. Хороший выход. Против Охота. Махота пас. Поскользнулся Анохин на снегу. Могло быть опасно. И мяч снова ухватил. Вот он так катанья. Верим, что Калуга может забить сегодня. Лаулинский.
Дубровин. Крючков открыт. Открыт за Родин. Мяч на Родина. Нет. Шпаков. Охота. Нет, не смог создать мяч. Охота. Дубровин. Дубровин на Родина. Петровым пасом на Крючкова. Крючков. Подача. Будет бить Шпаков? Нет. Он не успел. Ксенков. Неужели ударит? Удар Ксенкова знатный. О, проверил он Зайцева. Но Зайцев сыграл уверенно. Тем временем уже 35-я минута первого тайма. Осталось 10 минут на предобавленное время. В принципе, паузы были, наверное, минуты две судья добавит. Лохота. В офсайде был. Амахин не мог сыграть. Теперь сыграть он может. Ну, давайте сыграем мяч. Подтягивает время уже. Падают футболисты. Оно и понятно. Кого-то активизировалось. А им пропускать разгон не хочется. Время атака Подольска. Мяч. От кого? От Крючкова? Нет, от Крючкова от Собина. Брасом мяч Крючков. Здесь Родин. Родин охота. Охота обыгрывает. Да, обыграл, но нет. Пас не точно, к сожалению. Лавлинский. Лавлинский борется до центра поля. И дальше. Смотрите, как мяч вертится над снегом. Кайтся медленно. На вращение не нужно. Снова аут. Очень много аутов сегодня, конечно, друзья. Ноев выбрасывает мяч. Снова это подача. Здесь Лавлинский. 10 номер. Лосина. Так, что такое? Фол. Что такое, Сергей? Понятно. А, так как там поменять место. Стоит разыгрывать. Разыграли уже штрафной. Мяч на Зайцева. Снова Ногин прессингует. Тиран, казалось бы, но очень-очень активно двигается сегодня Трегианович. В центре поля он был, и впереди, конечно же, подачи. Так, Шпаков. Шпаков пропустил мяч, обыграл. Крючков. Попривает мяч на Родина. Родин, ай, интересно было бы. Мог не знать, как мяч выйти один на один. Тем охота. Чуков. Чуков стартует атаку. Замедлил темп. Сейчас мяч у нас у Анохина. Анохин в центре. А на стрие у нас сейчас получается вышел Артем Охота. Снова аут, друзья. Ну, каждую минуту по ауту. Но получил повреждение, кстати, игрок. Подольск поскользнулся. Аута, точнее, фала здесь, думаю, не было. Тем не менее, Арсен Оганесян извинился. Все-таки, значит, где-то толкнул. Что ж, на без карточек. Пошла конечная карточка. Напомню, у нас значит, игрока из Подольска. Аут. Сиан. Отлично. И снова Подольска. Ксенков. Нет. Снова флангом атакует Подольск. Столкнулись игроки. Ну, думаю, вот все опять снежное поле. Не хотел выбрать полить, думаю. Мяч Калугин. Паков. Не смог пройти мяч игрок Подольска. Оганесян снова Шпаков. Добежал. Нет, все-таки упустил мяч вот. В принципе, можно даже, наверное, засекать время, через сколько он выбрасывает аута в этой игре. Очень-очень часто мяч уходит в поле. Баран поборолся. Опасно, нет, Крючков на месте. Александр Крючков. Спалили на нем. Быстро разыграли. Родин. Дубровин. Подача.
в игре. Спиринович Подольский. Это будет открывать? Конечно. Шпак. Дубровин. Лавлинский. Чернов. Думаю, сыграет Дубик. Так и есть. Значит, на чужой половину поля. В борьбу. Значит, в Калуге. Артем Охота. Тоже чуть внешний игрок. Ну-ка. Не получился, конечно, в Подольске точно. И мяч снова Подольска. Спалил Артем. Опять таким длиннющим пакетом, но такой же сегодня поля. Никуда не спешит играть Подольска. Коснулся игрок. Берем ЦСКА. Зайцев выбивает. Теперь 41-й уже минута матча идет. Преимущество на стороне Калуги, но счет, к сожалению, в пользу Подольска. К сожалению, нам здесь в Калуге. Мяч Витязя. Подача. Баранов. Шестой номер. Видите, за это Егурнев. Мяч в центре. Правым флангом. Часто такой правым флангом сегодня видите. Бегают. Снова на фланг. Подача будет. Ганесян на месте. Еще одно. И снова Ганесян. Угловой. Выбивает Арсен. Всего лишь шаг. И вот снова выбрасывает. Да, кстати, новый аут, друзья, новый аут. Мелкий фол стороны Подольска. Чтобы не просто тянуть время, ну что? Имеет право. В данном момент слушают болельщиков Подольска, вот они активизировались, поддерживают свою команду. Все время Калуга. А судья вижу, кажется, это Владимир Кисенков. Выбивает мяч. Родин. И снова. Сенков выбрасывает мяч. Нет, теперь выбрасывает. Шпаков. Дубровин. Махота нет, Махот сыграл. Но я все равно выйдет. Кучков, Лавлинский, Оганесян. Будет обыгрывать. Пробьет, обыгрывает. Опасно. Нет, мяч у Зайцева. Тем временем мяч Тонь-Тонь Калуги. И 22-й номер Сопин. Но Крючков его обыгрывает. Крючков. Дубровин. Анисимов. Мяч Подольска, играют они назад. Подача в штрафную. Чернов на месте. Ну и не точно, это был, конечно, сторона Алексея. Ночного Подольска. Второй номер. Пятнадцатый номер играет. Просто пока. Рассказывает мяч. Дальчане по полю. Штрафы пока не идут. Вот сейчас может быть попытка. Так и есть. Но на месте капитан Калуги. Капитан Калуга Юрий Дубровин. Вот с мячом. Артем Охота, который спустился назад. Крючков. Ау.
грубо тут сыграл, конечно, Брок Подольсков. И желтую карточку получается в стену. Это у нас Егурнев Александр. Желтую карточку получает Александр Егорнев, номер 6. Все, 5 минут тем временем. Сколько дает арбитр? А, 1 минуту. К основному времени первого тайма добавлена 1 минута. Подольска. Но это было почти без адрес. Не успел. Анисимов. Нет, успел, смотрите. Доборолся, добежал. Сопин. Прочнем охота. Сопин выигрывает штрафную. Отбивается Сен. Сен Сергея Анохина. Анохин будет в центр? Нет. Значит, снова Подольска. Возможно, последняя в этом тайме атака Подольска, и мяч будет в аут. Давно у нас аутов не было. Аут играют. На месте Родин. И успешно играл Родин. Мяч от ворот. Но нет, все. Теперь там закончен. Теперь там закончен. Счет 0-1. Перерыв. Потом ждем на второй тайм.
Итак, друзья, возвращаемся с вами на второй тайм. Замены. Сейчас будем проверять. Произошли какие-то замены. Старая Калуги. Вроде без замен. Движение футболистов в составе Витязя забегает. Посмотрим. Зайцев, думаю, на месте. Да и Витязь, по-моему, тоже без замен сюда. По крайней мере, после первого тайма. Что ж, игроки мерзнут, мы тоже тут мерзнем. Честно говоря, очень зябко. Ну что ж, работаем для вас. Тем временем второй тайм начался. И Калуга в атаке. Песенков на Шпакова. Мяч приходит Егурнев. Мяч у Дубровина. Дубровин у Крючкова. Крючков выбирает цель. Цель находит, цель. Арсенал не сеняется, но Арсенал не очень удачно. Этот мяч, и который уходит Подольску. Но не надо убить. Крючков. Баранов. Нет, наверное, нафиг не успеет. Мяч на Зайцева. Зайцев будет в центр поля. За Баранов. Такой теннис небольшой. Футбольным мячом. На поле Анинок. У нас настоящая рождественская сказка. Смотрите. Не хватает только нашей елочки, которая стоит вокруг стадиона. Нарядить, и, в принципе, Новый год такой. Надеюсь, Калуга подарок в виде победы все-таки сегодня нам принесет. Так, Крючков. Крючков поборолся. В центре поля здесь. Не вижу, к сожалению, номера. Не могу сказать, кто. Сыро просто подольский игрок. Теперь точно есть у нас номер Кулешов. Кулешов обыгрывает. Он штрафной. И на угловой. От ноги Дмитрия Лавлинского. Опять-таки не спешат. Игроки Подольска подавали угловой. Как же, наверное, холодно сейчас. Должно быть 20 номеру Подольска. Подымал Александру. Футболки из рукавов. Вот, собственно, человек, он мужественный. Подача голова. И снова головой. Потом, в принципе, может никуда отсюда не уходить. Только мяч будет получить в голубое. И снова подавать. Может, конечно, заиграет, но на это не похоже. Подача. Удар. Не точно. Что, снова головой? Третий голубой подряд. Что ж, ладно. Три корнера пенальти, как говорил Василий Уткин, цитирую, свой двор. Подача. Опять головой? Нет. Мяч Подольска. Второй номер Лисенков. Или хоть Лисенков, у нас есть Песенков. Мяч не уходит в ворота. Нет, мяч уходит в ворота от Калушка игрока, видимо, от Ивана Шпакова. Будет подавать. Нет, не подавать, конечно. Выбрасывать аут. Будет это делать Сопин. Сопин на Анисимова здесь. Подскользнулся Махота. Подача в штрафную площадь. Мяч Арсенала Анисимова. Арсенал выгоняет атаку. Нужно обыграть. Есть в центре Шпаков. Есть Анохин. Мяч Анохин как раз и идет. Анохин завозился. И... Нет, мяч в борьбе дальше. Иван Родин. Что придумает Родин? Родин в центр штрафной. Выбивает оттуда игроки Подольский мяч. Здесь поборолся Баранов. Родин. Ну-ка, Махот успеет? Нет, Зайцев успеет. А болельщики снова заряжают Орел, Калуга и Подольск. Да, если кто не видел первый тайм, и, в принципе, кто в танке, кто не знает, то болельщики Калуги и Подольска находятся в очень дружеских, теплых отношениях. Здесь разыгрывать. На фланг. Здесь лица на Крючков. Нет, но Дмитрий Баранов ставит ногу и снова корнер.
Снова Подымов идет бить угловой. Чернов убивает. Опять в борьбе. Из крючков. Здесь Родин. Родин обыгрывает. Обыгрывает Родин. Нет, мяч остается у Подольска. Но фол. Быстро разыгрывает. Нет, не дается делать так разыграть. Не оттуда вы начали, говорит товарищ Баранов. Давайте с правильного места. Отсюда будет начинать Владимир Кисенков. Шпаков себе предлагает, Шпаков получает мяч. Обыгрывает Шпаков, Агнесян. Можно опять на Шпакова. Агнесян Лавлинского. Лавлинский на Дубровина. Что придумает капитан? Дубровин штрафную. Заводился мяч. Крючков подстраховывает партнеров по команде. Пока Стройник, что может открыться. Открывается Аганесян. Аганесян опасно. Аганесян. Удар, нужен гол. Нет. Как же опасно было от Анохина. Нет, не будет углового. Будет, возможно, аут. И не аут, не будет. Будет атака Подольска, видите. Да нет, атака Подольска. А вот и. Барабаны болельщиков в Калуге. Гонит Денис Лукьянман вперед. Но, к сожалению, пока сейчас штрафной будет прибывать. Видите? Свободу шестой номер. Егурнев. Егурнев на штрафной здесь. Капитан Калуга. Юрий Дубровин. Здесь же Иван Шпаков. Шпаков был фол? Не было фола. Уважаем играть. Шпаков остался на газоне, очень тревожно. Не хотел бы терять какого-то техничного игрока. Надеюсь, с Иваном сейчас все будет в порядке. Поднимется и продолжит играть. Встает Иван, также по коже получил. По голове неприятный удар. Что такое? Опять не вовремя начал разобраться. Александр Крючков. Здесь был свисток судьи, значит можно. Крючков разглядается. Удар. Аж до штрафной летит мяч. Поборется тут. Что? Почему-то смелся, да? Неужели обсадил? Сын Аганесян скидывает мяч Зайцева. Просто поскорее начать игру. Рановато ли начали подольчане? Шитку сушить. Дело, что они впереди, но до конца этого матча еще далеко. Если камера сейчас во время трансляции захватит вам кадр с болельщиком Подольска, то должен признать, там достаточно холодное зрелище. Очень мне холодно глядеть на них, как они под снегом стоят с голыми торсами. Тем временем Калуга. Родин. Родин Анохина. Анохин поборется. Мячом. Будет обыгрывать. Анохин проскальзывает между двух игроков. И что? Пенальти. Второй пенальти за игру. Что ж, есть шанс. Отличный шанс. У Калуги сравнять счет. Будем надеяться. Кто будет бить? Юрий Дубровин берет мяч. Капитан команды. Тоже затаим дыхание и будем ждать, будем надеяться. Но мы здесь, в Калуге, будем надеяться на гол. Наши друзья из Подольска будут надеяться на сейв Зайцева. Что Зайцев внимательно смотрит на то, как Дубровин становится мяч. Судья разводит наших дуэлянтов. Каждый к барьеру. Зайцев не хочет ходить в свой барьер. Все. Молчим и смотрим. Убрали против Зайцева.
забивать Юрий Дубровин 1-1. Гол, гол. Гол забил Юрий Дубровин, номер 14. Пошло веселье. 1-1. Что ж. Теперь игра практически начинается сначала. И снова борется за лидерство команды в этом матче. Кат. Мяч Анохина. И завелись болельщики, завелись игроки. Сразу пошли в быструю атаку. Анохин. На Оганесяна. Арсен будет обыгрывать. Будет, конечно. Анохин. Анохин на другой фланг. Там Александр Крючков уже поджигает мяч. Крючков. И мяч на голову уходит. Кто будет подавать? Головой? Головой будет подавать? В принципе, штатный человек, который отвечает за подачу головы в нашей команде. Это Арсен Оганесян. Хорошая у него подача. Точная очень. Розыгрыш здесь. Ударом охоты. Не точно. Интересно. Видимо, была домашняя заготовка. Мяч тем временем, кажется, ушел на другую угловой. За мячом. На подачу другого угловой пошел. И Арсен Оганесян. Здесь у него все-таки будет подача. Хотя, как знать, что припасено в рукаве у игроков футбольного клуба «Калуга». Шпаков опять предлагает себя на розыгрыш. Но будет подача. Оганесян, подача. Убивается игрок Подольска. Мяч уходит на аут. Сенков. Шпаков предлагает себя. Опять-таки есть вариант с Арсеном. Здесь же Родин. Но мяч на Шпакова. Порвался мяч. Нет, мяч. Подольска. И что? Вообще было похоже на игру рукой, но аут. Все это было за пределы поля. Снова Тинков выбрасывает тал. Здесь Родин. Родин получает мяч. И тут сразу два игрока Подольска. И что? Ой, нет. Отбивается немножко Шпаков. Шпаков с мячом. Может быть опасно. Шпаков. Штрафной. Шпаков. Можно же бить. Шпаков умеет же бить. Нет. Ай, заразился этот мяч. Мяч Тинкова. Тинков тоже обладает хорошим ударом. Дубровин. Здесь Крючков, по-моему. Лавлинский. И... Нет, Черного не будет мяч. Опять назад. Крючков. Так. Но это было грубо. Грубо сыграли против Дмитрия Баранова, но... Нет, ничего. Судья не говорит. Карточек не будет. Будет просто... Розыгрыш мяча. Лавлинский. Родин. Родин на Крючкова. Крючков здесь Анохин. Много сил у Сергея Анохина. Очень энергично он открывается, разгоняется. Пока мяч до него не дошел. Снова на Анохина. Анохин! Нет, Зайцев. Аплодирует Сергей Анохин за эту передачу. В принципе, могло быть опасно, да. Анохину, наверное, надо было чуть побыстрее. Передача надо было бы чуть послабее. И было бы опасно. Баранов. Родин. Мяч взвился над полем. Делаю, как большой снежок. Мяч у Зайцева. Не спешит Зайцев, хотя, казалось бы, Подольск борется за первое место. Нужно им выиграть. Должны они бежать вперед. На этом можно их подловить. Нам тоже нужна победа. Очень нужна победа. Очень неприятно было бы поражение от Чертанова. Очень болезненное. Конечно же, и болельщики, и сами игроки хотят с него быстрее отправиться. Победа над соперником из верхней части турнирной таблицы, из лидирующей тройки. Тем временем мяч снова уходит на аут. Выбрасывают игроки Витязя. Ну а здесь будет Дубровин. Дубровин спокойно забирает мяч на Баранова. Баранов на Махоту, но здесь снова Баранов. Баранов на Родина. Слишком быстро на Родина обработал мяч, но, к сожалению, все-таки мяч опять возвращается Зайцев. Я прошу прощения у наших зрителей из Подольска. Все-таки я страстный болельщик футбольного клуба «Калуга», поэтому не могу этого скрыть.
устроена. Мяч Крючкова. Лавринского. Шпаков. Выигрывает Шпаков. Махота. Не подсказали, мы видим, что сзади набегал игрок. Потерял Махота мяч. Как быстро несется Крючков. Еще быстрее несется Юрьев. Мяч Ксенкова, мяч, снова мяч игрока из Подольска. Штенцнов Рубаев. Затоптали Магбаева. Еще Родина что? А вот. Возмущается. Это Анатолий Сафронов. Значит, все-таки аут в пользу. Видите, не согласен с этим. Он, я, к сожалению, подъедет. Вот. Так, снова мяч в Калуге. Финансы злодеев. Белые, синие. Мячом Шпаков. Опасно может быть на Анохина и без Анохина. Зайцы, видимо, будут быстрее. Да и офсайд без Анохина. Обидно. Мяч снова у Подольска. Разыгрывают они. 14 номер Баев. Баев против Лавлинского. Обыгрывает. В центр. Нет, не получился удар. Здесь Лавлинский. Опять-таки можно быть опасно. Аккуратнее, надо аккуратнее в штрафной играть. Лавлинский. Махота. Махота на Крючкова. Крючков вперед обратно Махоте. Не смог обработать мяч, к сожалению, Артем. И мяч опять будет за аут. Он уходит от игроков Подольска. Так что есть возможность продолжить эту атаку. Крючков. Думаю, наш Шпаков выбросит. Шпак, в принципе, открыт. Нет, мяч пошел на Махоту. Махота дал свой угол Подольска. Шпаков. Шпаков борется, падает. А вот. Ой, фол, извините. Чернов на месте. Чернов на Владимира Ксенкова. Ксенков. Родин. Иван Родин. Второй игрок в составе Калуги, который играл в свое время в Витязе Подольском. Играл достаточно долго там. Перешел оттуда из Калужского Локомотива. Очень интересная судьба у Ивана Родина. В свое время он даже заканчивал футбольную карьеру. Устроился, что называется, на обычную работу. Но потом в 2009-м позвали его в Калужский Локомотив. Когда он согласился, присоединился к команде, которая еще играла в любительской лиге вместе с калужским МИКом. Потом эти две команды объединились в футбольный клуб Калуга, и вот сейчас футбольный клуб Калуга играет здесь на стадионе Анненки, в этом заснеженном октябрьском стадионе. Начал аут. Что касается Родина, то он, кроме Витязя, еще успел поиграть за московское Торпедо, в том числе и в первом дивизионе, даже играл за Торпедо против футбольного клуба Калуга в Кубке России. Тогда, кстати, Торпедо выиграл у Калуги в 1-16 финала, в 1-32 финала, извините, в 1-32 финала, конечно, выиграл у Калуги тогда Торпедо. И единственный гол в том матче забил как раз-таки Иван Родин. Все время мяч у капитана Калуги. Нет, теперь мяч Дмитрий Лавлинского. Лавлинский. Лавлинский на Баранова. Баранов. Здесь Крючков, Косинск, атаки. Шпаков. Шпаков не успел. Мяч Подольска. Нечасто мяч оказывается Подольск, но когда он оказывается, это все-таки опасно. Здесь будет развитие атаки в сторону Баева. Баев. Как будет отыгрывать Баев против Ксенкова. И Лавлинский вырывает мяч на угловой. От верха подальше. Подымов. Что-то исполните главы. Подольск Подымов, он особенно всем. Подымов разыгрывает. Теперь подает. Завертился штрафной. Крючков. Махота. Там впереди один Анохин. Ему постоянится Оганесян. Ой, далеко. Но Оганесян сыграет. Оганесян на мяч. Оганесян с мячом. Обыгрывает. Будет удар. Да. Удар. Ой, опасно было. Рядом со штангой. Но все-таки не попал. Аплодирую стадиону Арсену. В принципе, мог быть очень красивый гол, если бы забил.
Если бы попал Зайцев, бы не вытащил. Тем временем уже 65-я минута, напоминаю, счет 1-1. Оба мяча были забиты с пенальти. В первом тайме отличились игроки Подольска. В втором тайме совсем недавно Юрий Дубров сравнял счет. Снова мы слышим «Орел», «Калуга» и «Подольск». Переключить фанатов. А тем временем дальше Баранов на Анохина. Анохин поборолся с тремя сразу игроками Подольска и выиграл мяч, но, кажется, все-таки ушел в аут. Интересно, в чью пользу? Пользу Подольска? Нет, в пользу Калуги. Продолжается атака тогда. Шпаков. Прошлый домашний матч Иван выиграл только один тайм, не смог продолжить. О, опасно же! Ай-яй-яй, не получился удар Ивана. Родина сама понимает, какой был момент. Мог он огорчить вратаря своей бывшей команды. Мог вывести колбу вперед. Но ничего, шанс еще будет, я уверен. Зайцев медлит. Выбивает мяч. Мне еще хорошо видно на фоне снега. Взметается ввысь. Неприятный полный Баранов. Но, кажется, все в порядке. Хотя он недоволен действием игрока Подольска. Тем временем штрафную на штрафную будут бить каждый Витязь. Будет делать, кажется, Подынов. Доверяет ему розыгрыш всех стандартных положений Подынов. И не точно. Все Чернов гонит команду вперед. Будет подача. Подача. Оганесян, Шпаков. Успеет? Не успел. Но аут снова в пользу Калуги, так что продолжится атака. Оганесян будет выбрасывать. Ну а почему бы и нет? Оганесян. Здесь Родин, снова Оганесян. А, нет, мяч пропуск. Дмитрий Лавлинский. И снова аут. Было у нас много аут в первом тайме. И, кажется, снова будет их очень много во втором. Мяч Дольска. Подача на половину поля Калуги. Ой, попал ногой игрок Подольска нашему капитану. Дубровин, продолжается атака. Родин. А Дубровин лежит. Такой поле, очень неприятный удар он получил. Оганесян. Юрий Дубровин встает наш капитан. Идет дальше играть. Несгибаемый капитан Калуга Юрий Дубровин. Не просит он ни медицинской помощи, не убить мяч в аут. Он готов играть дальше. Да, медики готовы были выбежать на помощь Юрия, но он сказал, не надо, дальше сам буду играть. Все в порядке. Но слушать это уважение, конечно. Снова аут. Мяч подольск к Подымов. Ушел же мяч. Ну, товарищ судья. Ну, все правильно, да. Отворот был мяч. Алексей Чернов готовится пробить. Снова не будет ближних розыгрышей. Нужен мяч впереди. Нужен мяч в атаке. Он туда и отправляется. Не точно. Борется еще за мяч. Оганесян, Шпаков, Сенков. Зацепиться бы за мяч, конечно. Что такое? Получил по ногам, кажется, Дмитрия Баранова. 14 номер. Баев Алексей. Но мяч стоит в Калуге. Мяч стоит в Калуге. Это Иван Родин. Иван Родин в центр на Шпакова. Шпаков. Шпаков обыгрывает. Нужно что-то придумать. Арсен Оганесян. Что будет делать Арсен? Есть в центре свободный Родин. Здесь у нас Дубровин. Дубровин на охоту. Здесь Крючков. Будет, наверное, подача. Да. Подача с левой ноги. Удар! Что такое?
свалил шпак. Да. Фол в атаке. Фудер, конечно, попал не в створ ворот, но все равно обидно. Есть возможность у Витязя потянуть время. Опять-таки не понимаю, зачем Витязю тянуть время, Миша. В случае победы они могут сегодня выйти на первое место. В принципе, закрепиться, если неудачно сыграют, там Рогомаш и Авангард. Рогомаш в последнее время проблемы с набором очков. Уступают они. И позволили все своим соперникам приблизиться. Но мы возвращаемся в Калугу. Здесь Шпаков получает неприятный удар в лицо мячом. Мокрый мяч, это очень неприятно. Тем более посланный ударом ноги. Но Иван проявляет такую силу воли. И Дубровина продолжает игру. Родин. Что такое? Свалил Дмитрий Баранов. Судья прав, судья виднее. Так, мяч идет на фланг. Но здесь на месте защитника Калуги. Это был центр Крючков. Мяч входит на... входит в аут. Тянут время, действительно, тянет время, Витязь, не понимаю. Ладно, играем. Здесь Анохин, здесь Махота. Неточная передача. Входит она в ваут опять. Тем временем уже 72-я минута идет. Все, 20 минут отделяют нас от конца этого поединка. Полного борьбы. Был у нас был сегодня несколько опасных моментов, еще будут. Енохин. Подача в центр. Зайцев. Зайцев быстро разгоняет атаку. Пасом из рук. Баев. Тут ни одной замены до сих пор не сделали тренеры. Хотя, казалось бы, такие тяжелые условия. Очень тяжело должно быть физически. Должны устать игроки, но нет. Играет так другая команда пока без замен. Чистит мяч Алексей Чернов. Далее было немного снега. Замен пока не готовится ни там, ни там. Хотя игроки разминаются, по крайней мере, калужские точно. И игроки видите тоже. Активно разминаются по три игрока. От каждой команды замены наверняка будут. Хотя кто знает. Между прочим, матч с Сатурном в Раменском Калуга провела вообще без замен. Может быть, и здесь получится. Шпаков. Фол был, фол был. Сварил Гурнев. Иван Родин. Будет штрафную вешать. Так и есть. Кто здесь? Позволь здесь. Заметался мяч. Что, офсайд? Офсайд. Жалко. Что так? Очень много судей. Свистит? А почему свистит очень много, непонятно. А как уже говорил, он судей не виднее. И причина у него, наверное, очень весомая. Выбивает Зайцев мяч в центр поля. Здесь Косняков оборолся. Сначала Шпаков. Весенков сохранит мяч в поле. Обыгрывает. В быстрее на классе. Владимир Весенков обыгрывает. Шпаков. Весенков. Здесь Иганесян. Что, офсайд? Офсайд. Снег засыпал активнее. Совсем недавно, в принципе, поле убирали, но оно уже очень сильно засыпалось. В принципе, по рисунку снега на поле можно определить, в каких зонах чаще всего ведется игра. И видим, что в штрафной площади Витязя слева снега практически нет. Вытоптали все. В центре поля тоже очень редкие дорожки. Вот да, вы сейчас можете увидеть штрафную. Витязя. Центр поля.
в штрафной колонии белым-бело. В центр поля мяч. Ой, извините, в центр штрафной, конечно. Подача, нет, будет удар. Не точный. Еще удар. И снова не точный. Дальними ударами. Это вскрыть все Чернова, но чтобы хотя бы как ситуацию вскрыть, но сначала ударить точно. Чернов тщательно чистит мяч. Чтобы подача получилась максимально точной. Теремин с разминки возвращается в игру Подольска. Вот. Нужно ждать замен. Все Чернов убивает. Бродин поборется. Дальше мяч на Арсена Ганесяна. Ганесян полон сил. Мяч в аут. Какие есть варианты интересны у Калуги? В принципе, может выйти, конечно же, Денис Семин. Тоже на фланг. Заменить, скорее всего, Артема Махоту. И Арсена Ганесяна. У нас очень три техничных игрока. И будет просто замена цели добавить свежего игрока, который будет терзать фланг. Крючков неудачно обработал мяч. Сокин с мячом. Пацан партнера это Анисимов. Тут тянет мяч дальше на Сокина. Центрополь мяч. Кулешов. Баев. Баев идет с мячом. Против Кисенков. К ним присоединяется Шпаков. Центр. Штрафной мяч не попадает. Выбивает его оттуда. Красно может быть. Слева фланг пытается открыться. Нет. Может быть удар отсюда. Аккуратнее над штрафной. Не дай бог еще один канат заработать. Вот честное слово. Упасть в таких условиях очень легко. Любой падение в штрафной чреват. Семь штрафных минут у нас, счет 1-1. Напомню, оба мяча забили с пенальти. Так, штрафной. Офсайд. Один из зрителей очень удивлен, сказал, чего? Он тоже удивился. Решили же было сет. Ладно. Пропустим этот эпизод. Дальше играем. Зайцев. Высматривает цель. Как будто не Зайцев, а Волков. Шпаков. Родин. Махота. Махот мил с флангами с Арсеном Оганесяном. Пробует с этой стороны. Ой, опасно. Гол нет. Опасно, что было. Снова Иван Родин. Большое преимущество Калуги по владению мячом. И нужно это преимущество, конечно же, трансформировать. Все забитые мячи нужно выиграть, друзья, очень нужно. Я помню, задача по турнирной таблице перед Калуги стоит довольно-таки четкая. Попасть в тройку. Сейчас в тройке находится Витязь. А хотим туда мы. В принципе, мы не против, чтобы Витязь там был, но нам там быть нужно обязательно. А для этого нужно выигрывать. Витязь тянет время. Не нужно побеждать, нужно ничья. Бог им судит. Подача в штрафную. Это штрафный мяч. Здесь Дмитрий Баранов, Александр Крючков. Вынос на Анохина. Анохин поборется за мяч. Нет, мяч у защитника Подольчан. И у Зайцева вратаря. Шпаков набегает. Крутую группу. Опасно было. Так, друзья, это был очень опасный. Штрафной, это желтая карточка. Желтая карточка номеру 17. Ну и красный. Желтая карточка пришел до этого и удаляется в поле. Вторую желтую карточку, а с этого красную получает Михаил Кулешов, номер 17.
Так, все карты в руки Калуги. Мало того, что Подольск теперь числа в меньшинстве, так еще и очень опасный штрафной. А у нас есть люди, которые умеют бить. Это и Ксенков, это и Дубровин, это и Родин. И как раз Дубровин с Родиным как раз находится возле мяча и решает, кто будет бить. Да он будет туда. Хотя есть вариант. Вот смотрите, Кисенков стоит в центре, и могут мяч откинуть ему, а он уже пробьет. Что ж, может быть, это домашняя заготовка. Кисенкова никто не кроет. Так, посмотрим. Дубровин, Родин или Кисенков? Так. Родин! Удар! А, не точно. Но, в принципе, схема была похожа. В смысле, похожа с тем, что я подумал, либо разыграть, потому что Сенкова. Юрий Дубровин откинул мяч на бьющего игрока, но этим бьющим был не Владимир Сенков, а Иван Родин. Что ж, ну теперь это точно. И видеть будет тянуть время. Они в не очень выгодном положении сейчас находятся. Но тем не менее атакуют. Нет, Калуга снова с мячом. Нужно дожимать, видите, нужно. Сочно попал мяч по игроку, видите, конечно. Значит, снова у них. Вот не нужно фалить свой штрафной. У нас был забит, не получилось. А у них, может, и получится. Не нужно воплощать жизнь известную футбольную поговорку о том, кто забил, а кто не забил. Теперь опасный штрафной в сторону ворот Калуги. Чернов ставит стенку. Стенку стоит Шпаков. Стоит у нас Баранов, Оганесян, Родин, Макота. Помогает Дубровин Чернову поставить стенку. И становится сам в нее. Что ж, смотрим штрафной. Кто будет бить? Шестой номер. Егорнев. Да. Удар под стенкой. Но Чернов на месте. Чернов внимательно сыграл. Выбрасывает мяч на Макоту. Точно? Нет. Спалил Дмитрий Баранов. И снова будет штрафной. Не такой уже опасный, но неприятный. Хотя потому, что время мучительно быстро приближается к концу. Подымов будет бить. Или подавать. Наверное, подавать. Стенка один Махота. В центре поля Волоченко Подольская и Сергей Анохин. Мяч на штрафной. Чернов быстро же на Анохина. Нет. Мяч на Крючкова. Махота. Родин. Один же был Оганесян. Ну ладно. Мяч у Подольска теперь уходит. Аут. Аут в пользу Калуги. Быстро разыгрывает аут. Крючков. Оганесян. Крючков. Дубровин. Дубровин и Баранова. Дмитрий Баранов. Удар. Нужно добивать. Гол. 2-1. Артем Махота. Гол забил Артем Махота, номер 8. Махота, очень техничный игрок, воспитанник Обнинского футбола, забивает второй гол Калуги в этом матче, выводит нашу команду вперед. Что ж, осталось 5 минут, плюс, возможно, 2 добавленные. Вот 7-8 надо еще играть. Калуга в численном большинстве лидирует в счете. Что ж, лидерство будем потерять, а еще лучше укрепить. Снова Махот с мячом. Мяч у Дмитрия Баранова. Крючков.
Александр Крючков ведет мяч вперед. Здесь Иван Родин. Дмитрий Лавлинский. Владимир Ксенков. Ксенков в центр на Шпакова. Шпаков сыграл. Анохин. Анохин опасно. Анохин. Можно играть? Нет. Говорил Анохин. В атаке, но было опасно. Сейчас все вопросы бы решил Сергей Анохин. 3-1. Было бы очень красиво. Возможно, будет еще. Верим в команду, что называется. Еще есть время до конца. Мяч фаут. Крючков. Крючков, Аганесян убегает. Открывается, откроется и Шпаков, открывается и Родин. Шпаков. Что такое? В чем дело? Что-то я не понял. Кто же судья? Почему? Свисток, почему? Внезапно судья решил, что фаут должен бросать подоль склада. Судья, он на той судье, что ему виднее. Мяч Подольск. В центр подача. Мяч нет. Не добирается за него Шпаков. А Крючков добирается. Спокойнее надо. Так, это был фол, товарищ судья. Судья со мной согласен. Вот теперь Калуге можно потянуть время, но, кажется, делать она не собирается. Крючков сразу приготовил мяч для подачи. Да, все-таки нет, Крючков никуда не спешит. Но, в принципе, правильно. Нужно нам удержать победный счет. Подача вперед здесь. Арсен Оганесян. И мяч, видимо, уйдет. От ворот, да, будут подавать. Зайцев. Подольск теперь еще сильнее раскроется. Можно этим пользоваться. Можно доводить еще до цифры 3-1. Может, и 4-1. Сейчас не шутят. Я все время уходит в аут. А, может, был раз, это Грагиб. Грагиб Подольск, наверное. Увидел я. Да, Грагиб Подольск, но поскольку будут свои штрафы, это, в принципе, опасно. Можно воспользоваться, можно приходить мяч. Дальше. Здесь Махота. Махота перехватывает. Вот о чем, вот то, о чем я говорил. И получает опасный, в принципе, штраф. Ну и Калуга. В сторону ворот. Подольская. Подожди, почему бы еще не забить? Давайте. Нужен гол, как говорит наш болельщик. И не только наш, в принципе. Иван Родин. Будет, видимо, вешать штрафную. Других вариантов нет. А есть розыгрыш со Шпаком. Шпаков. Можно вернуть Родину. Да, Родин с мячом. А, ну, угловой. Угловой это тоже хорошо. И плюс уже 88-я минута. А тем временем в стане Калуги готовится замен. Да. Точно видел я, как администратор нашей команды Максим Петраков бежал за Эвкой на замену помощнику судьи. Шпаков. Разыграем с Родиным угловой. Видимо, вернется мяч сейчас обратно к Родину. Нет, Шпаков играет сам. А нет, к Родину. Родин на Шпакова. Он, кстати, игрока играет в свое время в Прибалтике. В своем интервью недавнем Родин, правда, признавался, что со Шпаковым они вроде как не пересекались, но играли. Шпаков играл за Венспилс, Родин играл. Я не помню название команды, за которую играл Иван Родин, но играл он тоже в Латвии. Махота. Зайцев. Нужно презентовать. Так, выходит у нас, я вижу, Денис Семенов. Кого будет заменять? А заменять он, кажется, будет Арсена Оганесяна. Да, как я и предсказывал. Свежего игрока на фланг. Не дает судье отмашку на замену. Продолжаем играть. Пас на мяч входит в лап. Ну, сейчас, наверное, будет набирать. Давай, судья. Денис Семен уже во все готов. Нет, не дает судья замену провести.
Готов провести атаку Витязя. Анохин. Шпаков. Это был фол. Это был фол. И желтую карточку у нас получает. Кто? 22 номер. Максим Сопин. Желтую карточку получает номер 22 Максим Сопин. Замена в составе футбольного клуба «Калуга». Вместо 99 номера Арсена Аганесяна выходит номер 21 Денис Семин. Вот и время для замены. Дал судья, а тем временем одну минуту он добавил. К основному времени матча добавлена одна минута. Всего одну минуту добавил судья. Нам же лучше. Шпаков против игрока. Витязя, и мяч ходит. Ваут, Родин. Очень быстро. Нет. Не убрасывал мяч. Хотел, видимо, Иван Родин в атаку бросить мяч. Шел он даже на голову, а тем временем Павел Гуров готовится к замене, но этой замены не было, потому что футбол только оба выигрывает, там 2-1, поздравляю всех калужских зрителей с этой победой, она нам была нужна. Эти 3 очка наши. Спасибо. Матч окончен, счет 2-1. Калужане, поздравляю вас с победой. Ура! Следующий домашний матч футбольный клуб «Калуга» проведет 12 ноября против московского «Торпедо». Ждем всех вас на стадионе. Поддержите команду вашего родного города. Спасибо и хороших выходных, друзья!